Бразер XL 4010. Приехала в мешочке. Была донорской. Маленько у меня донорской побыла. Настало время и ее восстанавливать. Отсутствует целый узел. А именно шток переключения режимов. Из чего же его сделать? Из детальки, сделанной на 3D принтере. Из держателя лапки. Из барашка от водопроводного крана. И чертежа. Процесс идет. Готово. Осталось ацетоновую ванночку сделать. И все. Деталь готова. Остался сущий пустяк. Искупать в ацетоне. Восстанавливаю моталку, у нее отломана верхняя часть. Ее изготовил из алюминиевой трубки. Пружинку сделал из большой пружины. Сейчас здесь увеличиваем диаметр отверстия. Сделаем пропил в трубочке. Установим пружинку. Пробуем это дело соединить. На клей или термически. Еще подумаю. С первой частью задачи я справился. Пружинка установлена. Шпульку держит замечательно. Изготовил продольные и поперечные. Чтобы держалась в пластмассе хорошо. Будем сажать термически. Переменим направляющую из сверла, чуть-чуть подогреваем эту часть и соединяем. Готово. Все получилось. Продолжаем кружок «Умелые руки». Отсутствует верхняя часть шпули мотателя. А должна быть примерно вот такого вида. Восстановлена верхняя часть шпули мотателя из АБС пластика, как я и сказал. Узел восстановлен полностью. Не хватает ножек. Ну что ж, изготовим самодельные. Вполне себе выполняют функцию прекрасно. Крепление готово.